Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, доброй-доброй ночи. У кого какое время, у кого какая страна. С вами снова я, ваша Вивьена. На канале Вивьена, эзотерика и жизнь. Есть еще канал Ведунья Вивьена. Они про любовь, мужчины и женщины. А есть еще канал, заходите и подписывайтесь, «Секреты света». Там очень много интересного, и там действительно Вивьена выступает как регрессолог, как слипер-контактер, как человек, ну да, человек, который получает информацию из потока, ясновидение. Это «Секреты света». Все мои контактные данные для личных раскладов, все мои ссылки на мои каналы и на рекомендованные видео, которые вы посмотрели, в описании, в закрепленном комментарии и в сведениях о канале. А сегодня у меня для девочек, для всех. И те, которые в паре, но их что-то не устраивает в этой в паре. И тех, кто действительно пока один. И мы посмотрим, с кем закончится мое одиночество. Кто он, какой и когда. И мы будем смотреть на разных картах. Давайте сделаем вот так вот. С кем закончится одиночество? Кто он, этот человек? И примерно сроки, хотя я всегда говорю, Вселенная сама знает, когда и что нам надо. Лучше сроки не загадывать, то есть, ну, примерно скажем. Я иногда говорю клиентам, вот мне приходит, а продастся квартира? Я говорю, да, вот как осенью. И знаете, это не обязательно, что это и осенью. Вот у меня соседка продала, через год получилось, потому что в ту осень уже началось ширли-мырли бычий хвост. Понятно, чего. То есть, ну, не в ту осень, то есть потом уже понятно, что. Поэтому приостановилось все движение. Вот, теперь с кем, кто он, какой, когда. Запомните. Ух ты! Закончится одиночество. А смотрите, что вышло. А вышла карта змея. Как закончится ваше одиночество? Вышла карта змея. И дело тут вот в чем. С кем закончится ваше одиночество? А вам тут дает предупреждение, не кусайтесь, потому что вы кусаете себя за хвост, точно Рустик дал. И с кем закончится ваше одиночество? Человек будет достаточно мудрый, человек, который что-то прошел в жизни. Ну, давайте смотреть. Вот хочу, давно эту колоду не брала, она у меня практически новая. Но у меня практически новая колода «Крест». Ключ. С кем? С кем? Вот с кем он? Ну, могу сказать, да, человек, которого вы встретите, и с кем закончится ваше одиночество. Человек, который привык, ну, или к праздной жизни, или любитель женщин, и что ему дается эти женщины, он их любит. И, знаете, человек, который... Рустик, не мешай, пожалуйста. Человек, который любит веселье, он любит радость, он любит радоваться. Вот Рустик подтверждает. С кем закончится ваше одиночество? С кем вот... Это будет по жизни, как вы любите слово, по судьбе. Эту встречу вам дадут по справедливости высшие силы. С кем? Это будет мужчина, который любит женщин. Король кубков. Просто к королям кубков нужно всегда так же, как они. Так же, как они, вместе. Он мотылек, и вы мотылица. И вместе вы порхаете с цветка на цветок. То есть вот к ним нужно так. Их нужно ублажать, их нужно разогревать, им нужно давать вот это вот счастье.
Так, мы потом еще посмотрим. Мы сейчас вот это вот посмотрим. Кто он? Всадник. Картер всадник. Человек, который действительно любит идти вперед. Кто он? Возможно, у этого человека будет или свое средство, или человек, который любит перемещение. Возможно, командировочный или из другого города. Но здесь получился всадник. Рустик, прекрати. Вот, смотрите, Рустик нам тут концерты закатывает. У нас музыкальное сопровождение. И не надо писать, какого автора. Рустика. Это наша собственность. Кто он, этот человек? Этот человек, кто он? Ну да, тут человек, который любит перемещение. Человек, который, да, как и сказал, по жизни идет дорогой верной, как страшилка в изумрудном городе, как дурачок. Человек, который умеет скрывать. Человек, который действительно в жизни очень много чего прожил и умеет скрывать, он не раскрывает своих тайн. Но он идет по жизни так, что вот он так решил уже. Чего голову морочить? Вот иду, 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 иду. Точно приду к тому, чему надо. Не надо себя зацикливать, еще что-то. Но у него есть секреты, секреты очень давнишние. И он эти секреты не будет раскрывать. Вот такой человек. Сейчас мы еще посмотрим. Вот выпала прям, начала тасовать карты, и выпала карта. Человек, который, вот видите, выпали, я их просто посмотрю. Человек, который с одной стороны бежит от любви, а с другой стороны он хотел бы этой любви, потому что у него была потеря. Человек, который что-то потерял в жизни. Ну, раз выпали, значит, выпали. Давайте смотреть. И какой мы все тут вместе смотрим, вот когда, а потом я буду докладывать. Когда после того, у кого-то после того, как вы, кто смотрите, уберете все прошлое и начнете, именно ваши тучи отойдут, и они повернутся к солнцу. Ну, сегодня Рустик нам закатывает концерты. Ну, такой разговорчивый у меня Рустик. Так, когда? Цифра 6. Ну, конечно, 6 лет – это вероятность очень маленькая. Цифра 6. Или, если переворачиваем, будет 9. 6 – это 6 часов, 6 дней, 6 недель, 6 месяцев. Ну, 6 лет – это вряд ли. 6 месяцев. Но не зацикливайтесь на этом. Здесь самое главное идет. И это 6 может быть именно тогда, когда вы вычеркнете прошлое или с тем, с чем вы сейчас находитесь. Вы вычеркнете, и тогда вот через цифру 6 к вам придет новый человек, который закончит ваше одиночество. Одиночество можно быть и вдвоем. Вот сегодня у меня была женщина на личном раскладе. Для личных раскладов мои контакты, вот вы видите перед собой, в международном режиме плюс 995-593-36-95-44. А также в описании, в закрепленном комментарии писать буквами Viber, WhatsApp, Telegram. Женщина уже в возрасте. Вот прожили жизнь непонятно как. И вот именно почему я говорю прошлое. Потому что нужно убирать это все, что не нужно. И тогда будет свет, и этот свет подарит вам новое. Потому что можно жить с человеком и 40 лет, и 50, и 250, а это будет чужой, и вы будете в одиночестве. А я вам говорю про то одиночество, которое вы можете перекрыть и быть вместе с кем-то. Ну, давайте еще посмотрим, когда, там, хотя бы что нам будет намекать, что когда. Если видите, когда, вот видите, да, тут именно произойдет, что будут отношения и даже, может быть, брак. И когда, после дождичка вчера, когда вы действительно закончите все, поставите все точки о прошлом, вот эти котлы, метлы, все выметите, и тогда действительно придет праздник в вашу жизнь, и у кого-то это будет даже бракосочетание. А время здесь говорятся, когда цветут тюльпаны. Когда цветут тюльпаны. Поэтому в какое время, когда цветут тюльпаны, но деревья еще многие будут не зеленые. Вот такое какое-то время.
Когда цветут тюльпаны, да, и когда вы все полностью, вот опять вышла карта смерть, вы перетрансформируетесь и откроете свою клетку, в которой вы сейчас, вот как, в которой вы сейчас находитесь. И вот он придет, ваш настоящий белый медведь, сильный и верный. И карта 15, она равна карте 6. И давайте вот мы тут просто немножко посмотрим еще, какой он. Хочу вот просто посмотреть, какой он. Не вижу карты, которые основные мои. Ну, тогда на этих. Какой он, чтобы его характеристику... Потому что здесь вот что... А какая его характеристика? Человек, который вас влетит в вашу жизнь, вообще вот непонятно как. Вот как ворвется, медеисон. Который будет и с корыстью, и с любовью. Вы ему не будете, ему не только просто нужны интимно еще, а что-то такое тут... И в одном флаконе. Какой это будет человек? Человек, который умеет достигать целей. Может быть, он действительно занимает какое-то положение или это достигает. Какой человек? Человек, который прошел, будьте осторожны, потому что человек, который прошел через магические воздействия в своей семье, в своей жизни. Будьте осторожны. Может быть, он сам такой. Будьте осторожны, я вас предупредила. Какой человек? Человек, которому нужна действительно женщина, которая... Если вы смотрите как женщина, если смотрите как мужчина, то вам нужна такая женщина. Что такая женщина, которая будет с ним вместе и воду пить, и щи хлебать, и в атаку идти вместе. Такая ему женщина нужна. Какой это мужчина будет? Мужчина, который действительно очень многое пережил. И действительно здесь есть такое, что человек пережил предательство, и, возможно, от кого-то предательство это могло быть и эзотерического воздействия, может быть, методом НЛП. Человек, который привык бороться с трудностями и добиваться, и человек, который знает, что если ты с кем-то посоветовался или советуешься, то предавать нельзя. То есть человек не предатель. Так, какой он? Да, который хотел бы начать сначала. И получить из свинца золото, и открыть все алхимические законы. Человек, который или издалека, или из другой страны, или просто он оборвал все от своей жизни прошлой. Поэтому вначале я говорила, он не будет раскрывать тайны, которые были в прошлом. Он их отодвинул и приплыл на новый остров ваш, который называется вашим именем. А сейчас назовите свое имя и напишите в комментариях, потому что именно к вашему острову приплывет этот корабль, который спасет вас от одиночества. И напишите «Я остров», допустим, Оксана, «Я остров любви», Алена, «Я остров любви», Екатерина. Напишите так сейчас в комментариях. Ставьте пальчик вверх. Пишите это в комментариях. До новых встреч. С вами была Лилиена. Пока-пока.